1 июля 2018 года в Ульяновске заработает технологический центр промышленного интернета и машиностроения. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе встречи с представителями главного технического вуза региона и местных IT-сообществ. Новое подразделение позволит подключить к промышленному кластеру в глобальной сети как IT-компании, так и крупные высокотехнологические предприятия региона. В этом году мы 10 первых специалистов по направлению приборостроения набрали на профиль промышленный интернет. Но подобного рода технологии нуждаются в широком внедрении. Специалистов должно быть не 10 человек, а больше. Наши компании, которые задумались о модернизации машиностроительных производств или о создании новых, должны этими технологиями владеть. Центр заработает на базе существующего в институте лаборатории машиностроительного факультета. Она включает в себя компьютерный класс с интерактивной доской для разработки управляющих программ и станков с числовым программным управлением. Также к лаборатории относятся 5 единиц универсального оборудования с научно-исследовательской аппаратурой. Планируется, что новый центр, помимо всего прочего, займет серьезную нишу в развитии движения WorldSkills, в профориентации школьников и обновит программу среднего профессионального и высшего образований. К созданию технологического центра промышленного интернета в машиностроении подключатся правительство, крупные предприятия, а также успешная IT-компания региона. К тому же некоторым из них это позволяет соответствующий профиль работы. В нашей системе используются, в принципе, для диагностики всех авиационных двигателей Boeing и Airbus, диагностика железнодорожного полотна, система Spotweld, у нее более 10 тысяч инсталляций. На первый взгляд кажется, что информационный язык программирования понятен только мужскому населению. Однако в ряде компьютерных гениев есть и представительницы слабого пола. Сейчас очень много девушек как бы в этой сфере. Я на самом деле попала случайно в IT. Я поступила на факультет соответствующей специальности, и мне понравилось, я втянулась и пришла на практику в эту компанию и осталась здесь работать. И хотя IT-технологии развиваются со скоростью света, отрасль испытывает серьезный дефицит в кадрах. По мнению главы региона, прививать любовь к разработке цифровых программ нужно со школьной скамьи, а подсобить в этом должны передовые компании. Мы хотели бы, чтобы вот ребята из этих школ чаще, так сказать, там с вами встречались, могли приехать сюда, посмотреть, что называется, день вместе с вами прожить. Да, значит, чтобы вы там провели какие-то мастер-классы, чтобы вы провели уроки успеха. И пока кто-то только начинает делать первые шаги в информационных технологиях, некоторые наши земляки уже могут гордиться своими результатами. Преуспевающих представителей губернатор в честь прошедшего дня программиста лично отметил благодарственными письмами и грамотами. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.